можно? Меня зовут Бен. Насколько я понимаю, вам сейчас не хочется говорить, но поверьте, я собираюсь отнять у вас совсем немного времени. Меня интересует, что за человек Стюарт Гудман. Дело в том, что я в состоянии повлиять на обстоятельства. Я не хочу помогать ему, если он того не заслуживает. Вы должны сказать мне, хороший он человек или плохой. От его лекарств мне становится хуже. Я хочу другие. Что ж, это очень разумно, Айнес. Что еще? Доверьтесь мне. Что еще, Айнес? Вас наказывают? Как вас наказывают? Как вас наказывают, Айнес?